Всем большой аквариумный привет! У нас появился аквариум, и сейчас мы расскажем о том, как происходит запуск. Аквариум небольшой, на 100 литров, с диодным освещением. Было решено сделать аквариум с хороцинкой и неприхотливой травкой. В качестве грунта будем использовать пропан. Открываем пакетик. Грунт на ощупь очень прикольный, напоминает антистресс, очень хочется его пожмякать. Засыпаем пакет и начинаем разравнивать. Засыпаем еще один пакет и снова разравниваем. В итоге у нас получился слой около 7 сантиметров. На это ушло 15 килограммов грунта. На пробу был куплен пакетик с семенами Хемианthus cube. У нас уже был опыт содержания этой почвопокровной культуры. Коврик зарастает довольно быстро. Трава неприхотлива, как раз то, что нам нужно. После засеивания начинаем заливать водичку. Процесс медленный и занял у нас 2 дня. После залива воды был включен свет и запущен внутренний фильтр. Через несколько дней были посажены 2 куста эхинодоросов. В качестве первых жителей запущены креветки и вишенки. А еще через несколько дней в качестве первой рыбки был запущен сом Анциструс. Еще через 2 недели были запущены красные неоны и дания. Одной из неудач на данный момент является куба. Из тех семян, что мы посадили, практически так ничего и не выросло. Поэтому спустя несколько недель мы посадили уже пророщенную кубу в разных местах. Будем надеяться, что коврик все-таки получится. На данный момент запуска прошло 4 месяца. В дальнейшем планируется только добавление разных некрупных рыб и улиток. На этом все. Всем спасибо за внимание.